с нами человек, приехал из Узбекистана. Ты как давно здесь? Вот уже недели 4 дня. Что скажете о Канкуне, о Мексике? Хорошее место, можно отдыхать здесь. Понятно. Безопасность как? Нету ничего, как и безопасность. Ничего, опасность. Когда планируете поехать на границу? Послезавтра. Завтра. Сами поедете или с кем-то? С Карлосом. Понятно. По ценам как тут вообще? Цены? Цены дешевые, конечно, очень. Чем Узбекистан тоже. Здесь очень дешево. Хорошие цены. Понятно. То, что вы здесь оказались, это крайняя степень того, что как вы могли себя спасти? Или какие-то были другие варианты? Ну, то, что вы приехали вот именно в Мексику и направляетесь в США, это была как самый крайний вариант? Да. У вас проблемы? Да, конечно. Смотрите подробности на нашем канале или получите консультацию.